Раньше в тюрьме бывал? Нет. Я про вас читал. Ты меня не знаешь. Понял? Здесь ни у кого нет имен. Я могу тебе помочь. Но на воле мне понадобится твоя помощь. Какая помощь? Если подпишешься, обратного пути не будет. Здорово, пацан. Завтра твой выход. Знаешь, сколько сейчас стоит золото? В 3 раза больше, чем в тот день, когда ты сел. Привет, я Наташа. Хочешь быть похожим на них, тебе это не идет. Найдешь Брэндона, найдешь золото. Вы двое встанете на входе. А мы с пацаном пойдем за золотишком. Кто обезьяна? Поехали. Нам нужно золото! Тронешь кнопку, грохну! Извини, ничего не поделаешь. С днем рождения, ты в деле. Думаешь, что у нас неуязвим? Сделаем дело и сваливаем. Что ты ей сказал? Да ничего. Слушай сюда, правильные парни из отелки не соскакивают. Все не так, как ты себе представляешь. Я и не рассчитывал на воровскую честь. Это бизнес. Где золото?